Песков рассказал о самых первых словах Путина Зеленскому. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российские и украинские лидеры обсудили тему работы в нормандском формате. По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. О том, какие темы поднимались, говорится в сообщении на официальном сайте президента России. В частности, главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц с обеих сторон. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов, говорится в сообщении. Также был поднят вопрос продолжения контактов в нормандском формате, пишет ура.ру. Подробности переговоров Путина с Зеленским раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это был первый разговор двух президентов, и он был скорее ознакомительным. Разговор носил достаточно прагматичный характер, цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера. Путин говорил по телефону с Зеленским около 20 минут, разговор был прагматичным, Песков. Эксперты и журналисты вспомнили, что свой первый разговор с Путиным Зеленский пообещал начать с утверждения об украинской принадлежности Крыма и Донбасса. Остался ли политик верен своим словам или нет, Песков раскрывать не стал, предложив обратиться за разъяснением к украинской стороне. Он же приоткрыл завесу тайны над вопросом, с чего начал свое общение непосредственно президент России, передает RT. Путин начал разговор словом «здравствуйте», подчеркнул Дмитрий Песков. Сообщается, что переговоры продлились порядка 20 минут. Пресс-секретарь президента России отметил, что на данный момент необходимость повторного диалога Путина и Зеленского отсутствует. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Помереть должен. Ковчевников узнал о жуткой опухоли Березина. На Панайотова напал с ножом пьяный и обезумевший фанат. Звезду фильма «Легенда 17» отвезли в полицию из-за женщины. Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко. Зеленский обещает повторить страшную ошибку Порошенко. И многое другое.